Некоторые страны передвинулись обратно в феодализм, то есть начинают использовать феодальные идеи, то есть это давайте захватим земли, а все, что награбим, поделим. Это тоже один из способов вот, поддержки, наверное, страны путем разграбления более маленьких стран и так далее. Но как бы не об этом сейчас. Так вот, до того момента, пока вы не поймете, что в стране, в которой вы являетесь людьми, которых эксплуатируют, и эксплуатация другого человека является чуть ли не единственной возможностью становиться богатым человеком, до этого момента вы богатым не будете. Опять-таки, знаете, есть некое понятие, которое я вкладываю в слово «любить». Знаете, здесь очень важно, вообще это понимать. Дело в том, что можно эксплуатировать нещадно, опять-таки, чуть-чуть не то. Богатство для каждого человека индивидуальное. Есть такие люди, которым достаточно малого. А есть такие люди, которым сколько не дашь, все мало. Видите, в чем отличие? Поэтому здесь, знаете, я вижу иногда, вот сейчас общаюсь с такими людьми, которые мега богатые, прямо мега, вот буквально на днях общался с очень известными капиталистами, проживающими в моей стране, и ну, очень богатые люди, вы их видите по телевизору, этих людей. Я могу сказать об отношениях в семьях, это отношения, где пошел и сам пошла. То есть это отношения, ну, самые нехорошие. С чем это связано? Потому что презирают друг друга, потому что, ну, при этом денег очень много, и они несчастливы. Будут ли они всегда у них эти деньги? Ну, они рождены, чтобы быть богатыми, но счастья нет. Я бы такой жизни не хотел. Какая жизнь мне нравится? Та, которую я сейчас живу. Но все-таки вернемся к деньгам. Именно поэтому человеку и нужно ориентироваться на такие моменты. Еще есть некое время, это время, которое посвящено Юпитеру. Наши 24 часа, они разделены по 3 часа на влияние определенных планет. Допустим, влияние Марса происходит в ночное время, а влияние Юпитера происходит в вечернее время. Таким в той... Ну ладно, не будем вдаваться в это. И влияние Юпитера происходит приблизительно с 7 часов вечера и до 10 часов вечера. Вот в случае, если человек с 7 часов вечера и до 10 часов вечера чувствует состояние счастья, если он в этот момент обнимается, держится за руки или еще что-то делает, то тогда в его жизни будет материальное благополучие. Нужно запомнить это. А что происходит у нас? Обычно люди заканчивают в 7 часов вечера, они голодные, едут с работы, кричат друг на друга, приходят домой, нервничают, дерутся, бьются, бухают, психуют, претензии, дети и так далее. То есть это как раз время семьи. Так вот, если в это время семьи, наполнить состоянием тепла, то будет лучше. Что мешает? Вот сейчас, кстати, сегодня пятница.